Так вышло. Я взял фамилию матери. Здесь. Что вы делаете? Вы меня испугали. Я тут это, доска слабая. А, вы мастер, извините. Нет, просто здесь мой отец. Кто? Отец, говорю. Я Гришанин Виктор Владимирович. Вот отец. Этого не может быть. Почему не может? Потому что 20 дней назад тебя расстреляли в колонии при попытке к бегству. Я освобожден. Никуда я не бегал, что вам надо? Я амнистирован подчистую. У меня справка есть. Справка? Пожалуйста!